Здравствуйте, дорогие друзья. Вот. Хочу вам показать посылку из Китая. Action камера SportsCam. Вот. Она стоила $30. Вот. Покупал ее на день холостяка, то есть 11 ноября 2014 года. Вот пришла. Доставка заняла около 30 дней. Это в Беларусь. Вот. Давайте посмотрим, как она выглядит, что она из себя представляет. Ну, посмотрим характеристики. Двухдюймовый сенсорный экран. 5-мегапиксельная камера с матрицей CMOS. Так, память. Снимает, кстати, в формате AVI, снимает Full HD. Вот, в принципе, батарея 440 мАч, ну, ее хватает на более чем 1 час. То есть, сама камера, в принципе, то есть довольно маленькая. Вот, ну, и заряжается, в принципе, она довольно быстро. Так, ну, давайте ее распакуем. Ну, первое, это сама именно камера. Вот так вот она запакована. И сама камера пришла именно в футляре водонепроницаемом. Все сделано, то есть, очень-очень качественно. Вот. Поэтому никаких нареканий в этом плане нет. Сама камера открывается. То есть футляр открывается, ну, довольно-таки тяжело. То есть чувствуется, что она будет водонепроницаемой. Вот, пока еще это не тестировал. Вот. Ну и в принципе вот, вот она такая вот сама маленькая камера. Вот. Так, давайте же включим ее. Включается довольно быстро. Так, вот мы сразу попадаем в основное меню. Вот, то есть сразу уже работает сходу видоискатель. То есть на нее можно делать как фотоснимки, так и записывать видео в формате Full HD. Снизу есть крепление для штатива. Сверху, кстати, очень удобно расположен микрофон. Вот. Так. Можно, в принципе, выключить пока. Вот. Примеры видео посмотрите в конце этого видео. То есть... Ага. Что же у нас еще пришло? А, кстати, да. Очень бы хотелось похвалить продавца. То есть, он вовремя все так откликался. То есть, ну, на мои сообщения. Вот. И плюс ко всему, как бы он еще... В подарок прислал вот такой вот чехол для айфона. Вот, ну, видно, как бы у них нету разницы, то есть кто там заказывал, то есть особо не заморачивались. Вот, но все равно подарок это приятно. Вот, то есть я его, ну, не заказывал, то есть я за него ничего не платил. Так, снизу, что же у нас находится снизу? Снизу у нас находится... Так, здесь у нас в пакетиках крепление. Крепление для нашей камеры. Так, шнурочек. Это что у нас? Ага, это для крепления, судя по всему, я так понимаю, на шлем. Так, ну, сделано из пластика, в принципе, то есть... В принципе, ничего особо такого, то есть, ну, за такие деньги я не ожидал. Так, о, крепление для тех, кто, может быть, захочет использовать камеру в качестве видеорегистратора. Вот это специальная присоска на стекло автомобиля. Вот, в принципе,
Так, и что у нас еще? Ага, специальное крепление для штатива. Так, не распакованное. Так, инструкция. Инструкция у нас на английском языке. Вот, ну, в принципе, то есть в самой камере нет особо ничего сложного. Вот, поэтому я так думаю, то есть даже человек с неглубокими познаниями в английском языке, то есть легко справится, то есть и поймет, то есть о чем тут идет речь. Вот, а сама покупка, я ее считаю в принципе хорошей, вот, поэтому в принципе можете покупать, вот, ссылочку на продавца скину в описании. Вот. Всем спасибо. Вот примеры тестового видео вот с этой камеры. Вот сейчас съемка настроена на формат Full HD. Поэтому вы можете наблюдать за тем, что вот как она именно снимает. Ну, сразу хотелось бы оговориться, то есть у меня не профессиональное сейчас освещение, вот, ну, далеко не профессиональное, а вот обычный домашний дневной цвет. Вот, поэтому, так, смотрим. Так, сейчас еще выйду на улицу, вот, одну секундочку. Вот такой вот вид можно наблюдать у меня из балкона. Вот. Видео тестовое. Звук вроде бы записывает очень хорошо. Тут никаких проблем быть не должно. Вот. Здесь освещение, то есть естественное, поэтому то есть можно будет судить. Вот. А, сейчас еще я, кстати, поставил режим стабилизации, то есть, чтобы минимализировать вот, эффект дрожания рук.